Так, немножко отвлекся. Пришло внезапное сообщение на телефон, которого я смотрю в чатик. Заставшее меня врасплох. Ну ладно. Осталось 13 подписчиков до 1000. Краем глаза успел увидеть. Ну и ладно. Так. Там у меня дека. Дека. Вот это дека. И на выбор Антанта или Балтика. Челы против меня съебались. Не. Против стака я не буду играть. Стака я играть не хочу. Погнали. Значит, Лукизи, давай катку. Антанта и катку. И Амера. Вот. Сейчас будем делать Антанту. Так, только это не так делается. Это делается немножко по-другому. Да. Там уточнения нету за кого. Поэтому универсал. Ладно, допустим. Не очень удобно с синотками разбираться. Где какие. Ну да ладно. Четыре вихря. А чё, соберу через танки? Разочек. Дальше. Прачка. Дека заказная. Можно устроить шоу, я полагаю. Посмотреть, например, как работают прачки в действительности. Может, я сделаю вывод, что они имба, и соберу их все. Покемонов. Где? Вот они. Нужные мне конкурса. Теперь стандартная антантовская связка. Где вторые-то? Вот они. Так. И остается пятая карта на усмотрение. Не знаю, зачем я взял Бардеску, я просто хочу Бардеску. Привет, Wargame, как ты относишься к британскому механу? Сейчас, да, я соберу деку, потом мы посмотрим британский механ. Потому что я что-то туплю, я не могу разорваться на две стороны. На две деки одновременно. Сейчас разберемся с британским механом. Так, опа, опа. Два очка осталось. Вертушку добрать. Допустим, вот так, да? Не пойдет так. Пятую карту пехоты хочу. ПВУ на вертах. ПВУ прилетать. Так. Теперь я не хочу бисмер против стака играть. Я на расслабоне, мне не по кайфе чё. Пока. Теперь. Значит, как ты относишься к британскому, бритсоюзному механу? Привет, Николай.
Есть волшебные мужики. Панцирь Надежды 90-е. 24 бронепробития, они великолепные. Штурмовики, у них есть автомат, есть пулемет. Они молодцы. Также в наличии при необходимости есть Мардер 2 и Мардер 1. Автопушка за 15. Эффективная, с четвертым лбом. Есть Матшуцены 90-е. 20 поинтов плюс автопушка с четвертым лбом. За 20 на Матшуцены дешевле. И тут и там за 40 получается очков. Есть Пролетери. Это антантовский механ. Так, сейчас сходу больше не вспомню никаких других механов. А есть механ Британского Содружества. У механа Британского Содружества отсутствуют гранатометы. Что у нас тут? Канадиан Airborne. 20, 18, 16, 18, 18, о боже, 18, 13. Эриксы только, но Эриксы не штурмовики. Ну вот, представь себе ситуацию. Ты приезжаешь против Советского Союза, там стоит 3 БМПТ. Ты приехал, посмотрел на это дело и уехал. Тебе нечем вскрывать броню. Тебе нечем вскрывать БМПТ. Тебе нечем вскрывать Меркавы 2А. И автопушка у них слабенькая. Очень низкая скорострельность. Очень медленно перерубает пехоту. И брони меньше. Хотя дальность повышенная. И как такового британского механа-то по сути и нету. Чё там происходит у вас, пацаны? Чё? Всё, вы уже в катке. Сейчас я что-нибудь найду. Нормально. Вот, например, две катки. Блин, не хочу эту карту. Хочется что-то такое создать, где можно будет повоевать реально. Вот здесь Дека сможет сыграть. Как называется фракция? Анзак. Анзак механ. Лучшие штурмовики с гранатометом есть у Анзака. Типа, ну вот, британский механ, вот анзаковский механ. Суть примерно одно и то же. Что там нехватку гранатометов будем контрить легкими дешевыми танками? Что здесь? Привет, Йоки. На шоссе можно будет заломиться.
Ну ладно. Допустим. Мне тоже катка не очень нравится. Высокий инкам. Еще кушать собрался. Ладно, посидим вдвоем здесь. 1000 человек. Нету игр, все в десятку ушли. Да, Николай, можно было немножко поиграть. Но только немножко. Не самый мой любимый формат. Какие люди? Да без охраны. Минута неинтересно смотреть, он там побеждает. Называется «Ну не смотри».
Вам не нужен бомбеж стримера. Вам нужна любовь стримера. Поехали сюда, чё теперь сделаешь? Привет, Банни Бакс. Короче, мне похуй. Гаммерский нигилизм. Идет оно все лесом. Пойду на треугольник. А что вы мне сделаете? Возьму и пойду. Потом, естественно, буду ныть, что союзник не пришел. Но это будет уже потом. Что у нас по трек рапире? 2100, 2800, без вариантов. Обычная рапира. Викерсы как танки. А чем я их поддерживать буду, викерсов как танки? То есть они приедут, погибнут от вертолетов, потом вступят в бой с тяжелыми танками, опять погибнут? Да, два раза. И чё? Викерсы можно использовать как танки, когда ты уже на... Когда ты уже занял позицию. Когда уже... Твое развертывание скрыто. Бери больше птуров. Не такое уж бесполезное предложение, но это все-таки Миланы первые. Там по единичке, что я возьму 2, что 4, это чисто пугалки. Потом еще подвезу. Мне наоборот будет выгоднее, если вражеские танки въедут в мою пехоту, я смогу их в ближнем бою леопардами порубить. Привет, Кию. Чё, британцы остались. Осталась одна Австралия. А конец света ж наступил. Выжили вот французы и выжили австралийцы.
Кто-нибудь, может, знает такую игру? Карибский кризис. На движке Блицкрига. Так вот, сюжет как раз оттуда. По-моему, уже пора кричать, лохи. Или еще нет, как думаете? Не вижу Милан. Да, я не очень умен. Я даже кошемку не вытащил. Ну ладно. Вроде ГГ. Надо еще птуры подербанить, убедиться, что они точно все вышли из города. Спасибо, чел, но мне все равно внимания не хватает на маркер обратить внимание. Спасибо за маркер. Я немножко тормознутый. А что пришлось пока без плюс 2 постоять. Ой, очень неудобно, но ничего не сделать, к сожалению.
Не вовремя это то ли УМ, то ли БУ приехала. Черт возьми. А вот снетку надо снять. УМ. А УМ в какой лычке? В маленькой. Потерял одну БУшку и решил переходить в другой комплект танков. Нормально. Я считаю, это нормальная тема. Мравы, блин, как я люблю, когда они расходуют боекомплект. Настолько круто. Даже при том, что он просто потратил боезапас, чувак за 10 поинтов таким гранатометом себя уже окупает сторицей. 9 из 10 отстрелять, нифига себе. Что дальше делаем? Атакуем? Или ставим CV-шки? Привет, начал смотреть тебя где-то год назад, но даже сейчас, сидя в КПП, я получаю кайф. Спасибо. Отлично. А уж какое тебе спасибо, что ж даже в КПП или на КПП смотришь Бустарда. Это отлично. Спасибо за поддержку. Я не владею ситуацией, я не готов вылетать сейчас. Но мне неплохо было бы докупить истребитель. Рапирки я купил, рапирки подвезу. Один из плюсов Анзака — безумное количество юнитов. Если ты вызвался, то тебя хватает надолго. Очень надолго. Ставить 4. Хочу вылететь на БУшку, на УМ-ку. Я все-таки вылечу на УМ-ку. Не знаю, погибла она или нет. С их стороны CV-шка, я тоже обязан отвечать CV-шкой, раз такое дело. Идем на хотель, на хотель, на хотель. А пошли попробуем. Нет, у меня штурмовиков не хватит. Дело в том, что он привез сюда два стака мотострелков. И это очень душная тема. Сейчас больше пользы, самая большая польза, которую я смогу принести, это ПВО. ПВО и CV-шки. Для обороны мне войск за глаза хватает. Но вот наступить, к сожалению, я сейчас еще пока не могу. Я бы вот поэтому благополучно потерял две рапиры. Давай, Краталик, давай. Не добил Краталь. Придется восстанавливать.
Одна кошаем есть. Хорошо, если не придется покупать вторую. Будет так круто. И назад сразу же. Что, еще элитки? Да, можно еще элитки. Я потом чину караж. Да, 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 именно так. Я поднимаюсь вверх, прохожу вперед, он начинает работать по мне артой. Поэтому я не поднимаюсь вверх, я иду домой. Что, теперь меня свой бьет? Нет, свой. Пробегаем, пробегаем по-быстрому. А теперь мне нужны танки. Хорошо. Минус 85. 4 танка. 4 элитника. Еще одну рапирку. Встречать вертолеты. И, в принципе, пока хватит. Главное остановить резервистов, чтобы с асрами не пришлось драться с резервистами. А там разберемся. Все остальные поинты пойдут... Сивишки. Привет, Дриллинг. Сюда лучше танк притащить, раз там работает арта. На все деньги заправить. Сюда куда-то поставить, между мистролем и пропирами. Каждый раз я вижу, как стреляют рапиры, каждый раз надеюсь, что они попадут с ваншота, и каждый раз оно обламывается все. Я никогда в этом плане не учусь. Погнали Сивишку на гольф и следующее КШМ на Браво. Добил. Отлично. Что-то парни в этом эпизоде перестали сопротивляться в принципе. Откуда ты взялся? Тебя ж не было.
План полкан. План полкан не получился. Стоил мне одной осишки. Еще немножко чинуков. Один даже сюда придется притащить, чтобы разведка была. А то там ни хрена не видно. Где он? Вот он. Ничего, стоим. Кого ждем? Так, и сразу БНка пошла. Нет, не БНка. Вот за что я люблю рапиры, у них бесконечный боезапас. Они реально могут до талого стрелять. Из заправки. Тут уже нужны истребители. Потерял контроль за ситуацией. Еще минус танк один. И минус отряд элиты. Массовый воздушный прессинг. Ну, поехали. Сбивать обязательно нужно. Иначе они раздербанят рано или поздно нас. Вот уже рапирка пустая. И еще чинуков. Да, еще пару чинуков с асрами. С асры пригодятся держать фланг дальний. Твою ж налево. Союзника, понятное дело, нету ПВО. Можно было хорошо разменяться в плюс. Ну ладно. По крайней мере так. Размен произошел. И это выгодный размен при всем при том. Ты играешь как енот. Где баланс? Зато у меня есть чай. С ложкой, которая тычет мне в щеку. Что-то с вилкой. Ну ладно. Это не важно. Когда-нибудь видели чинуковый вертораж, парни? Сейчас увидите, и вам это понравится. Сколько он там летает? 300. Да, он быстро прибудет.
это вниз, и потом они сюда пойдут. Да, детка, попячено. Я не успеваю завертарашить. Полетели так. Без бельки. Ладно, ничего не вышло. ПДшкой? Не, ПДшка немножко не так работает. Так, а почему вы никого не атакуете? Я же вас через атаку отправил. У вас делов-то начать стрелять с пулеметиков. О, CV-шку нашел. Смерч они забрать не могут. Че ж так жестко-то? Более бесполезного вертаража я еще никогда не видел. КШМ с ними успеешь? Не, не хочу снимать КШМ, хочу закончить это мучение. Это был нубгейм, других каток не было. Тут парни прям очень слабенькие. На 60, всего 60% на 600 игр. На 31. На 29. Шестьдесят 7% нуб versus AI. Писец. Это кринж. Я такого еще не видел. Нет. Мне синие нужны. Там тоже, кстати, какой-то нубганг идет.
Сейчас такая мысль возникла. Выступает Бустард перед публикой. Я знаю, что вы можете мне сказать. Я знаю, что могу сказать вам я. Давайте 15 минут помолчим. Долой уныние. Сейчас я вернусь. Это плановое выключение игры. Мне нужны синие. Вот в чем проблема. Нет, здесь я не протащу. При всем желании. Ну, погнали, опять создаем тогда. Свежайшая информация, Камброна, да? Свежайшая. Ну нет, перебором 16%. Нет. Бустард, здравствуй.
реквестирую катку из Ала Франчи. Где комота крысиная собака в мечавк 8. Спасибо за поддержку, аноним. Бахаем за Ла Франс, значит. О, все разбежались. Еще одна катка на Анзаки. Две катки на Антанте. И рубим Ла Франс. Дека что-то среднее между чистым фаном и эффективной декой. Тут есть попытка собрать что-то хорошее. Много разведки, ДПС, все в порядке, ПВО различные, арта. Но вот беда, нет дешевого транспорта. Всех посадить на вабы. 48 шассеров, куда столько? Получится геймплей чисто шассерный. Ты их вытаскиваешь и стеками по 2-3 штуки по всей карте гоняешь. По-другому будет тяжеловато разыграть. Ну, тем не менее, мы разыграем. Я не перепутал. Я за 35 беру танки. На полном серьезе. Ух, миссия невыполнима. Расконтролить это говно. Жесть. Почему за 35? А чтобы взять много танков. И направо, и налево. Если я возьму все за 55, мне не хватит денег. У меня две ударки. Одна на город. Танками. Вторая на вот это вот. Тут будет большой пуш. И, кстати говоря, для большого пуша не хватит разведочки. Птуры потом привезу. Один разведчик при всем желании не закроет все вот это направление. Вперед.
минус 2 в тура, неудобно. Так, сейчас будет масс-дрочь по воздуху. Масс-дрочь по воздуху — это плохо, но не смертельно. Абсолютно. Так, дальше. Миниган. РБС. Диггер. Это так. Лох. Опять КШМ забыл. Это уже прям плохую привычку входит. Есть миланчики лишние. Вперед. Чел все видит, сделать ничего не может, потому что армии не купил. ПВО. Хочется взять бомбардировщик вместо... Вернее, истребитель вместо ПВО. Но так страшно. Картинки не очень опасны для танчиков, можно и подраться. Очень много картинок. Кто-то не атакует, значит. Да, кто-то не атакует. Хотя, какая нахер элита с таким, против такого количества врагов? Тут без шансов, абсолютно. Да, жестковато по воздуху получается. Еще рапир. Он полностью вложился в воздух. Я тоже могу сделать что-то подобное.
Ну, к сожалению, двое. Опять союзники бьет мозги. Опять и опять. Все одно, одно и об одном. И вроде бы бери и побеждай, но нет. Взял их еще и забрил всех. Ошизеть. Кто-то там упал, но это не конкретно. Отставить, отставить вдвоем. Косишка где? Первого знает. Твою мать. У них очень много свободных поинтов. Прямо безумно много. И они с ними делают, что хотят. Вот еще починиться бы на самом-то деле. И допустим, раз, два, три, четыре. Что-то типа того устроить. Пока я не подготовлю большую противовоздушную группировку, я вперед не пройду. Спасибо, капитан Очевидность. Ты всегда думаешь о нас. А тут чел тупит. Господи, они еще и лагают. Вы этого чувака запомните, его кикать по КД. Заебал. Со своими вылетами. Лагами. Истребители дальше. Обязательно отбиться от воздуха. Пионеры, пионеры, ваше сердце под прицелом.
Они сами себя жгут, когда пытаются проходить. Еще снабжение, чтобы починить саперов. Их можно уже высаживать и отправлять в места дислокации, так сказать. Так, еще что-нибудь бы надо бы по-хорошему. Кошемку, во-первых, поставить опять. Ну и ждать, когда приедет второй черт. Саперы не справились. Пиздец. Предлагаете проходить, пытаться на фокстроте, что ли? Этот мудак не вызывает армию вообще, в принципе. И мне приходится иметь дело с двумя. Сейчас конкретно меня душат картинки. Их очень много. Картин Яккари. Прошу у него, хочет ли он играть. Если нет, то я, пожалуй, пойду в следующую катку. При всем при том, ну я не могу бить двоих. До сих пор ни одного юнита не пришло на дельту. Меняем направление удара. Уже просто от отчаяния. Там можно умирать сколько угодно. Они будут всегда приходить в подавляющем численном. Еще танчиков бы парочку. Мудила, похоже, не играет. Ну? Ладно, подождем, пока приедут цевки. Ну, это я себя так уговариваю, мне тоже не хочется ливать. Просто так. Да. Главный расчет, что оппонент сместился весь сюда, на этот фланг. Много довольно советских юнитов появилось с этой стороны. Есть шанс пройти немножко, хотя бы чуть-чуть с той стороны. Там. Хорошо, картинки. Хорошо, но все равно не хватает урона. Так, один.
два. Только два. Опа, перехватил. Отлично. Я не уверен, что союзник понимает, что я ему говорю. Ну, хотя бы так попытаться. Хотя бы что-то. Чем вообще ничего. Ляха-муха. Рептуры стоят. Они еще и попадают. Они не просто стоят. Серьезно? У тебя уже, блядь, на альфике шеемки нету. Не, нахуй. Долбоеб понимает. А я не могу двоих вывести на половину поинтов. Тем не менее, я приложил все усилия, на которые был способен. Я так считаю. Опа, сам Сайлан пришел. Да, это чисто анзаковский механ. Дека классная, дека интересная, но когда с тобой мудак играет, бесполезный, тебя не получается нормально реализовывать против двух игроков. Привет, Бустарт, как поставить, чтобы видно было цену юнита во время игры, как у тебя? Посмотри в описании, есть ссылка на VSA мод или BKA мод. Короче, вот там вот. Тебя перекинет на видос, с видоса ты перекинешься в Discord. В Дискорде будут все необходимые модификации. А, на цену юнитов этот мистер Бобра, там тоже есть описание. Че, ребят, все стреляете? Сейчас по-другому бизнес делают. Сейчас бизнес делают на деках. Заказных. Мне нравится. Анзак механ, дека прикольная, дека интересная. Хотя и слабая. Я получил свое впечатление от игры, но еще раз, нужна команда, нужна специальная карта, на которой можно реализовывать. Наподобие этой. И команда. Если тебя поддерживают адекватные парни, можно догонять до респа оппонентов. Вот. Постал. Отлично. Погнали. Дальше у нас на пути Антанта от Look Easy. Я сам его собирал в начале стрима. А потом американская дека. Тоже моя. Я спрашивал в САшниках, не хотят, по-моему, спрашивать, забыл уже, не хотят ли они добавить бобровский мод к себе, они сказали, что подумают. Сайлан, на минуточку забежал, с Новым годом, дружище, удачи, успехов, и тебя тоже с Новым годом, солнце мое. Отдыхай, работай, всего тебе самого лучшего. Удачи. Привет, Андрей Микитенко. В игре новый, хотелось бы научиться составлять деки. Андрей Микитенко, тебе повезло, ты попал по адресу. У меня есть специальный видос, который так и называется «Как новичку собрать хорошую деку». Если ты посмотришь этот видос и сделаешь все как на видосе, у тебя уже будет дека выше среднего по качеству. Я
есть несколько правил, которые необходимо иметь, соблюдать в своей деке. Не просто правил, а абсолютных правил. Которые всегда должны быть. Если это не соблюдается, значит деки не существует в принципе. А есть условные правила. Например, как два фоба брать. Это в определенных условиях работает. Например, как брать одну карту топов. В определенных условиях это работает. А гранатометчики должны лежать в любой деке. Хотя, с другой стороны, самый лучший способ собрать хорошую деку, это взять деку опытного игрока. Не собирать свою деку. Просто я так понял, для разных карт нужна своя дека. Да, абсолютно верно. Не то, что для разных карт. Для разных позиций на разных картах нужна своя дека. Но для того, чтобы тебе узнать, понять, как собрать под конкретную позицию деку, тебе надо на этой карте отыграть. А ты не можешь отыграть на этой карте, пока у тебя нет базовой деки. Перестрелки с ботами не учат тебя играть онлайн. Это другая игра. Принципиально. Если что, у меня где-то на канале были специальные деки для новичков. Ты можешь пройти в Дискорд, взять там деки. Либо попросить у пацанов в том же Дискорде. Бисмарк, сколько живешь? До сих пор не научился разжигать свет пламенем своего горящего пердака. Вечный двигатель. Уже в тебя встроен. Да не за что, Андрей Микитенко, обращайся. Пока что проще было войти, лучше больше смотреть. Больше смотреть, больше спрашивать. Это нормально абсолютно. Ты умеешь Бисмарк разжигать. Мощи моего не хватает, чтобы добить до тебя. Так бы я тебя уже согрел бы. Чернок. Так. Я задумался, потому что нет подобранцев. Вместо подобранцев я взял бордески. И типа, может пересоздадим. Я хотел на центр въезжать. Я подержу постола.
Не поддержу, а подержу. Чтобы он лучше прицелился. Ну, попробуем что-нибудь сделать. Так. Базу дефолт я собрал. Что теперь будет вытаскивать постал? В дальнейшем мне надо подстраивать под него. Если он вытаскивает колеса, я беру бурдесок. Либо енотков. Еще можно, кстати, гаммы взять. Чемпостал взял всего по чуть-чуть. Это плохо. Хорошо, будет тебе хавиа. Я проверю голос потом. Есть два танка. Пара гранатометчиков. Разведка, разведка. ПВО, ПВО. Чем-то еще, возможно, придется с фланга закрыться. Значит, шейха я не поддерживаю, я поддерживаю постала. То есть вместо того, чтобы занимать этот лес, мы сделаем ставку на вот этот. Первым закупом, естественно, поедут. Либо грузовики снабжения, либо бурдески, чтобы забить собой лес мясом. Но это будет видно, как покажет ситуация. Это экспериментальное развертывание. Так, на эта карта... на этой карте по дефолту не играют. Господи, я и выговорил. А по дефолту забирать Михаил, забирать лес левый. Очень важно выбрать правильно первый закуп, чтобы исправить ошибки развертывания. Да, первым закупом сразу же снабжение. Прачки уже пустые. Они еще не приехали, но они уже пустые. Блин. Своими осами постал. Все, прачка разрядилась в никуда. Я их под лонгбой берег, постал взял, остановил. Развертывание. Так, закуп мяса пошел. Нева перебивает по дальности. Нет, не перебивает, надо уезжать. Так, это сюда, танки.
Танки, танки так поднимаются, плюс-минус. Еще один закуп для хер. Вот они, волшебные прачки. Хорошо, маленечко что-то получилось. Теперь гранатометчики проходят контролировать фланг, а эти идут дальше. Механизованные песы. Разведку со стэкой, пускай будет ударная группа. И пробежать вперед, освободить место для подкреплений, пробежать вперед, выяснить, что происходит дальше. Также хочется помочь союзнику, мы сможем, например, вот так. Ставить. Коплю еще танки. Отлично. А здесь лайт рифлы. Это моя маленькая победка. Где лучше всего набраться опыта? На моем канале, Андрей. На моем канале есть куча видео контента для новичков. Как понять, та или иная пехота хороша в лесу или нет? У меня есть целая куча видосов на этот счет. Вот, ты просто зашел по адресу. Случайно. У меня на канале можно это понять. Также есть канал Енотика, также есть канал Размана, Путина. 187 вкус. Контента уча. Размана назвал, надеюсь. Чё за лажа? Да и такого и начинать не стоило. Костал набрал нубов по 44%. 3300 это дальность. Вот. Есть дальность по вертолетам. По самолетам, по земле. 3300 это дальность по вертолетам. Ну давай, запусти, Башера. Чертов. Пока я посижу здесь, если что, куда-нибудь уйду. Да, он зашел к размеру и охерел, как он мусорной общей с первых общей щекой с первыми леопардами вынес полковника СССР в ранкиде. Но это ж Разман. Как говорится, опыт решает. У Енотика тоже есть плейлист гайдов часов на 30-40. Гуглишь енотик, варгейм, гайды. Ну и плюс стримы.
Если пойдешь в ранки, тебе будут попадаться все. Начиная от... Вот сейчас покажу. Сейчас. Вспомню, где это есть. Начиная вот от таких парней. Волшебных. 9 на 107, 3 на 125. Даже у тени, блин, лучше. И вплоть до вот таких парней. .400 на 400 тоже пойдет. Эй, до конца тоже не все понимаю. Вот, например, легкая пехота. Ты говоришь, что она для защиты кварталов. Смотри. Арсенал. Легкая пехота. В чем разница у легкой пехоты от винтовок? Штурмовики. У одинакового ранга подготовки. Скорость. Легкая пехота быстрее бегает. Но у легкой пехоты в среднем по палате гораздо хуже стрелковка. И обычные линейные бойцы, фронтовики, или как их там называют, просто винтовки. Ниже шок пехота, а ниже штурмовики выбивают легкую пехоту раз на раз в лобовом столкновении. Если нам нужно оббегать, противника шарится по лесам, имеет смысл брать элиту. Тут тоже повышенная скорость, как у легкой пехоты, но при этом ее характеристики позволяют убивать любого противника в равной битве. Они могут сбить танк фальши, они могут убить пехотинца. А некоторые, как ЛСТР, САС, сбить даже вертолет или самолет. В итоге у нас что получается при сборке деки? Карта гранатометчиков, карта спама, ПТУР, еще какая-нибудь полезная карта. И не остается много места для того, чтобы брать специалистов по лесным побегушкам. С другой стороны, опять же, открываем арсенал, открываем легкую пехоту. Находим волшебных легионов. Опа, у нас дальность 1000. У Дайрены дальность 1400 при слабой стрелковке. Дальность 700, вот здесь 1000. Они далеко бьют. Тут тоже 1400. Интерфейс, игра, язык. Еще раз. Настройки. Вторая вкладка. Последняя вкладка. Если не работает, значит, надо менять в настройках самого эпика. Как в настройках меняется, я не знаю. Не хочу. Бисмарк. Не хочу смотреть репку. Хочу вау-вау, пиу-пиу, у меня лапки. Два меха на такой карте, это победа, я считаю. Мехи могут здесь играть. При всем при том.
О, Йоки, слышишь, что на тебя Бисмарк наезжает? Говоришь, что ты нубас. Бейтесь один на один. Выживший станет топаном. Что у нас, G-Drive создал? Погнали за G-Drive. Воевать. Вот, Бисмарк, ты не видел, как Йоки попал атакамсом и забрал два топа. Ну-ка, извинись, Бисмарк, быстро. Йоки, ты не реализовал это. Ну-ка, извинись, быстро. Так, все-таки Йоки позицию забрал. Значит, Бисмарк, ты извиняйся. G-Drive попал в телевизор. Жалко парня, молодой был. А, вы на рисовых полях играли. И Йоки не пошел дальше. Ну, Йоки это косяк. Не хочешь забирать эхо, выйди. С хотеля. Выйди с хотеля и положь где было. Если не хочешь проходить дальше. Это я так не хочу проходить. Забирать Фокстрот. Может, ну его нахер. Можешь сместиться на мид и там воевать. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Так, тут чем я поддержу себя? Строполем? Хуй. Прачкой. Одна прачка, это просто кринж. Тогда у меня здесь прачки. Нет. Нижние прачки поедут туда. Дам. Нижние прачки поедут туда. Еще вот так. Пока так. Там дальше видно будет. Эх. Первым закупом, скорее всего, истребитель. Дальше будет видно.
Устар, G-Drive немного аутирует, поэтому не беги вперед него. Опа, наезд на G-Drive получается. G-Drive, что ты скажешь, свое оправдание? Это серьезная предъява, G-Drive. Ребята, вас люди в катках лагают постоянно. Просто по КД. Вот, G-Drive отмазался тем, что ему похуй. Чем бить будешь? По гейм. Оппонент купил 3 вертолета, а у меня 2 прачки. Кажется, я уже проиграл это сражение. Ну давай их сплитить тогда. Хереть не встать. Волшебные куски говна. Плюну в рожу в следующий раз тому, кто скажет мне, что прачки ценный юнит. Так, но тем не менее... Немроды тоже такое себе. Запомните, каким бы тупым ни был ваш противник, вернее, какая плохая ни была бы ситуация, для вас ваш противник может оказаться еще тупее, чем вы. У меня с собой прачки только, а оппонент взял и купил немроды вместо нормальных вертолетов. Для масс раваиты бродески лучше отсюда убрать. Там еще экзорит их дрочит. Кобздец, пехота говна. У него здесь танк. Лол. Я думал, он его вывел уже. Бред. Просто бред. Ты что делаешь, чел? Серьезно? Два пролетариста не могут расковырять 2 часа. О боже мой, какой кринж. Чувак привез мне победу, а я не могу ее расковырять. Так, волшебные прачки дефают фланг. Я в них не верю, но они все равно дефают фланг.
Вот чувствуете, чем пехота отличается от непехоты? Бордески пришли и даже уйти не смогли толком. А на их место ворвались пролетарии, и я без контроля забрал точку, даже ничего не сделав. Вот разница пехоты и непехоты. Перенетти слабенький оказался. Угу. Почему прачки всегда мажут? Даже кроталь на минималках никто не знает. Я снуп 2 топа аптур слил. Почему здесь рез? Значит... пехота. Есть пехоты трех типов. Или четырех. Сейчас будем вспоминать вместе. Элита. Ранг подготовки. Штурмовики. Элита лучше, чем штурмовики. Штурмовики лучше, чем... Сейчас найдем. Чем бойцы. Элита, штурмовики, бойцы. Бойцы лучше, чем резервисты. Ополчение. Самая стрёмная пехота. Решает, нелегкая ли она, или там тяжелая ли огневая поддержка, или еще что-то. Решает ранг подготовки в первую очередь. И бордески — это бойцы. И раваиты — бойцы. И они равны между собой. Лол. Бордески выступают на одной доске с раваитами. Также есть отдельно роли, резерв, саперы, элита и прочее. Неважно, главный ранг подготовки. У команды всегда будет ранг элита, у всех остальных разные ранги подготовки. Давай регейм. Потому что надо брать 4 прячки, ну точно. Значит, я эту херню заменяю. Нет, отставить. Я не хочу ее заменять. Я хочу дальше на нее ванить и рофлить. Я хочу дальше ныть на прачке. Мне по фану было. Бустер, привет. С какого примера достояния начинается у тыры-пыры? Как почитать увлечение? Смотри. Топовый танк. 2275 метров. Следующее. 2100. 275 минус 200 это 175. Дальше. 1925. Еще минус 175 метров. 170 метров. 175 метров таким образом является базовой величиной, единицей. Базовой единицей, да. Чтоб ты понимал, что такое 175 метров. Танк, большой танк СТРВС-21 примерно 100 метров. Две длины корпуса стервы, это 175 метров будет. Вот такой прикол. Каждые 175 метров сокращения дистанции дают бронепробитие на единицу. Все? Понятно? Или еще вопросы есть?
А ты померяй постол. Он не 100, он где-то в 70-80 метров будет танк. Померяй. Отлично, Юнч. Я тогда тоже доволен, раз ты доволен. Здесь разработчики сделали неправильное масштабирование. Юниты чуть больше, чем должны быть относительно окружающего их пространства. Заметно это при передвижении юнитов. Я, если не забуду, я покажу, как это выглядит. Танк, когда перемещается... Когда перемещался, и не танк это был, это была БМП. Когда БМП перемещалась на дистанцию с 80 или 60 ли метров, при тестах она смещалась на длину своего корпуса. Колос поменяй. Сейчас чекнем, что там с колосом. Точно, единичка во лбу. Единичка во лбу глобально не меняет ситуацию. Нужна двойка, чтобы фугас не увеличивал урон в два раза. Нажми Т, постал. Т, кнопочку. И двигай танк с зажатым Т. И смотри, насколько меняются циферки. Ну давай, G-Drive, где твоя магия сбора чуваков? Пока тут посижу, может, G-Drive еще что-то создаст. О, погнали. У анзакского колесного есть хорошая дальнобойная пушка. Какова его роль? Имеет смысл выкатывать со старта? Смотри. Тебя есть разведчик. Разведчик едет быстро. Разведчик едет на колесах. Если разведчик приедет на место... Он может встретить там вертолет. Вертолет убьет разведчика. Чтобы этого не произошло, ты даешь ему колесное ПВО, которое едет с той же скоростью. 150 у разведчика. Не у разведчика, а у транспорта. Тоже 150 по дороге. Если приедет колесное ПВО может встретить колесный танк. Тогда ты берешь колесный танк, чтобы законтрить вражеский колесный или ПТУР. Он используется для прикрытия быстрого развертывания колесного. А также как дешевый ДПС в средней поздней стадии игры. 45 не очень-то дешево. Дешевле использовать без откатки. Но можно и Викерсы. Перегнать по диплою вражеские танки смысла нету. Дело в том, что вот, к примеру, танк 22-й лоб. А есть Викерс 2-й лоб. И Абрамс убивает Викерс с ваншота. Ну, либо другой топ-танк. Может, средний танк с двух выстрелов. А Викерсу надо много раз попасть.
И там неважно, займешь ты позицию Викерсом первым, вторым, пятым, десятым. Или еще что-то в этом духе. Тебя топчут в грязь. Твои Викерсы. Поэтому только для прикрытия своей колесной группы. Ну и для уничтожения вражеской колесной группы. Потом на позднем этапе у британца появляются танки за 40, они дешевле, но при этом урон наносят по меньшей мере сопоставимо. Меньше бронепробития, да, но для того, чтобы выбивать пехоту, выбивать транспорт, этого хватает. А для того, чтобы выбивать юниты с 17 броней, либо больше, у тебя есть настоящие танки. Броней 20 во лбу и выше, с пушкой 21, по-моему, и выше. Сейчас чекну. Да, 21 и выше. Вот эталонный танк, предтоповый. 20 броня, 21 бронепробитие, скорострельность 9. С ним можно сравнивать все остальные. Если проседает броня, плохой танк. Если характеристики превышают МК-3, хороший. Именно предтоп. А дальше идут только топы. Я все-таки уберу бордесок, они меня разочаровывают. Если прачка, хотя бы можно на нее поныть, хотя бы она фановая, то бордески меня разочаровывают каждый раз. Я каждый раз знаю, что я увижу, и каждый раз такое разочарование наступает. Играя на чистом анзаке, ты себе желание отбиваешь дальше играть, вот и все. Чистый анзак слабенький, здесь нету бронепробития, здесь нету нихера. Да, и работает чистый анзак в механе, а не в универсале. Он ничего не теряет, но много получает. Или в танкисте, на худой конец. Лучше в механе. Даже джедрайв согласен, что бордески говно. Чтобы кайфануть от игры, Янч, надо брать деки с наибольшим функционалом. Здесь ты прилетел на вертолете, всех раздолбал. Здесь ты приехал на самокате, всех раздолбал. Здесь ты приехал механизированно, всех раздолбал. И получаешь постоянно разный опыт, разные способы удовлетворения от одной и той же фракции. Не Брдески, а Бродски. Окей, постал. Буду называть Брдоски. процентов точности на 160 скорострельности. Бродска. И механизованная пехота играют на одном поле, и те, и другие бойцы. При этом у них
плюс-минус одинаковая стрелковка, да, бердосок родских, на 5 больше, но они в 2 раза больше стоят. Не на 50%, а в 2 раза. За 15 эта пехота могла бы реально играть. За 20? На 15-поинтовом транспорте это помойка. Дайте им 5-поинтер, хрен с ним, пусть будет за 25. Дайте им цену 15 поинтов. Я буду их брать хотя бы за 30. Я за 30, кого я обманываю, не буду их брать за 30. Им и 5-поинтер нужен, и 15-поинтовая цена. Все-таки бордески постал. Хорошо, буду называть их бордоски дальше. Вообще по кайфу на совете в рейтинг твои 9 юнитов на вражеский овер 9000. Извращенец. Чертов. Да вы рофлите или чё? Сегодня будут нормальные игры или нет? Или опять началась катавасия, когда не погатать? Что там у тебя, Джедрэх? Ты опять 15% генгаешь? Ага. 5% разведки, 27 танков на 28 пехоты. Ой. Кажись, Джедрайва поставили на место. Это сегодня прям тягучий, душный стрим, если честно. То игр нету, то просто молчание тяжкое, гнетущее. То какие-то плохие игры. Хорошо, что завтра стрима не будет. Ладно, пойдем в свое лобби. Старт начинает ТВ стримить. Что значит ТВ стримить? Я не понял. Я хотел сначала сказать про... Я лучше постримлю XCOM. А что значит ТВ стримить? Объясняю, у G-Drive 5500 игр. И не 30 левел. Писец. Пойдем еще посидим. Нету игр, и все тут. Total Вра. Что такое Total Вра? Не Соловьева же.
Что, по ТВ я показываю Total War? Класс. Ты пропустил великолепное лобби. Мы примерно минут 30 уже пытаемся запустить игру. Какую-нибудь хотя бы. Сегодня две довольно неубедительные игры на Анзаке было. И две еще более неубедительные игры на Антанте. И все. Все остальное сплошной голяк. Чем я смотрю, я даже не вижу приличных лобби. Это разве что. Бегом. Твою налево. Пацаны, у меня сейчас истерика начнется. Что происходит? Кто все эти люди? Все, ворвался. Сейчас они драйва тоже, кстати, кинут. Не разговаривай, постал, отдыхай. Меня так раз пускают в ноунупс джидрайва. Не пускают. Я так понимаю, пацаны нубашера. Пацаны ждут, когда кто-то из нас ливнет, поэтому не запускают. Да, нет, обознался. Значит, будем бахать. Главное, не закончить игру раньше времени. Главное... Была игра. А остальное не важно. Опа. Давай, G-Drive, работай. Сейчас подстроюсь. Меняем маркеры. Здесь деф, здесь атаку, чтобы G-Drive понял, что мы будем делать. Чтобы он не брал говноптуры, а взял нормальную армию. Так, здесь нормальная армия, здесь... Нотка. Страшно. Это отличное развертывание для командника. Мы не в команднике. Не страшно. Какие танки? Ты о чем? Мы проходить будем вперед. А, вижу пехоту. Тогда танки, тогда ты прав. Не, ну это будет кринж, если я возьму прачки. Я возьму прачки. Я возьму прачки. Одну гамму уберу. И доберу еще. Нет, отставить. Две гаммы. Там три сокола. И доберу еще енотков. Не хочу брать енотков, хочу взять колесную пехоту.
Колесной пехоты нету. Бродески бы лучше сыграли. Да. Ты 7к набил, Бисмарк, потому что убил все КШМки. Бе передала юниты неубитые. Вернее, засчитала неубитые юниты. Так что это как бы не совсем в счет. Кто-то лагает. А! Я не увидел. Ну, за этим мы берем вертолетное развертывание, чтобы в случае чего можно было не париться насчет какого-то атакамса. Я строго вперед, Соколаман сяд. Я танкую. Ну, условно размансили. Давайте, блядь, высаживайтесь. Чё за херня? На, G-Drive. Танкуй, Ми-17. Чё ты творишь? Сец. Взял всю пехоту, мне угробил. Танковать надо. Вперед лететь, бляха-муха. Чукча. Ой, пипец. Ну молодец, господи, ёб твою налево ж. Молодец. Въебал всю мою пехоту благополучно. Ну и чё, сам-то где? Приедешь, нет? Или так же посадишь пехоту рядышком? Сдуло пацанов. У нас вертовысадка, он берет сокола, сажает так, чтобы сбили семнашки все. Пиздец, блядь. Ладно, все это весело, но мне вообще-то бомбить пора. Сука, еще один тень, блядь. Вперед это сюда. И еще одна бомба. Иглде. Ну ты не слышишь? Прачка! Минус половина боекомплекта. Маленечко там враг подгорает. А здесь деф стоит. Можно еще выкупить подобранца. Но одного. Минутка надо сохранить, наверное. Авось еще пригодится. Две хакушки очень дорого. Все, выбили город, несмотря на попытки G-Drive саботировать победу.
Несмотря на его чрезмерное желание меня подставить. Теперь КШМки и деф на Дмитрия. Подставил Чунмахо. Не очень хорошо я здесь размикрил. Так, ладно, G-Drive дальше пускай там сам справляется. У меня здесь деф, здесь деф. Только надо, блядь, не вызывать ни ко мне, а развивать у себя наступление. Нахуй мне твои здесь чуваки, твои пионы. Свою работу делай. Сейчас выяснится, короче, что Иван не наш, нихера. Потому что G-Drive вызывался все это время на Дмитрий. Да, G-Drive вообще даже не попытался никуда пройти. Короче, всрал, блядь, сухую Ивана. Пиздец, блядь, я ухожу отсюда. У нас валенный Иван, хотя мы втроем на него приходили. И валенный Дмитрий. Ради какого-то ебаного города, который даром нахер никому не нужен. Не заходи, блядь, в город, если ты не хочешь проходить вперед. Просто, блядь, не заходи. Нахуй твоя эта атака нужна на миду, блядь. У тебя своя задача. Чудовище. Ебать. Сейчас за него воюет здесь 142-й почему-то. G-Drive в жопе, блядь, где-то сидит. Ой, блядь. Превратности судьбы. Будь они неладны. Молодец. Молодец. Не прошел никуда. Теперь стоит деф и город. Без ДПСа, без всего. Зато на миду куча ранников, которые отсюда никогда нахер не уйдут. На самом деле не всегда выгодно мувить вертолеты. Здесь наша задача была простая. Разбить колонну. Не сажать их, а на муве пролететь, разбить колонну. Высадить пехоту и второй волной добить. Закрыть десантные верты. Ай, блядь, пиздота. А наберут по объявлению. Ухожу в вихры, ухожу в топ-танки. Буду гачебасить на полном серьезе. Сука, мемот притащил. Пиздец, блядь. На, сейчас Елена отвалится. И вот тут мемот на центре. Камброн, я тебя сейчас просто забаню, ты еще раз хуйню какую-нибудь напишешь. Ты заебал нахуй. Ты сам сосешь вечно. И других сподвигаешь к этому. Проходим вперед. Хотя бы реализовать отсутствие хцшек, которые поднялись наверх. А, хцшки все здесь. Понятно. Это HA. Нет, HC, все правильно.
Ну давай, блядь, хули ты стоишь, хули ты смотришь, убивай хацешку. Раз приехал на мид. Пока Иван не отвалился. Опять атакует почему-то 142-й. Камброна, до скорых встреч. Свое понимание ты уже показал вчера. И с твоей точки зрения, из-под дна, ну, понятно, что у тебя будет все наоборот. Хоть можешь ХЦХ-шку забрать. Хотя бы так. Так, что-то у меня еще один вихор остался. И ПВО. Я никуда спешить не буду. Пацаны работают, ну, пускай работают. В чем смысл? Мы идем втроем. Мы забираем Иван втроем. В тройном преимуществе. Выходим на Харитон. И после этого начинаем давить Дмитрий. Что произошло сейчас? Три человека пришло на Иван. Три человека. Не прошло Иван. Напряжения на противника нету, он вызывает армию и на Харитон, и на Иван. У него нет просадок ни с одной стороны. Также у нас нет преимущества ни с одной стороны. Получился раздрист по карте. Здесь 3 копейки, там 3 копейки. 340 поинтов на вихры, еще 200 поинтов на невы, плюс поддержка. Это поинтов 700, 7 минут. Наступление не будет за 7 минут и прорыв на Иване, которого не было, будет закрыт по-любому. А мы еще с слабыми чуваками играем. Даже снабжение, блядь, себе не может вытащить. Сейчас мы игру, при всем при том, выиграли, как ни странно, мы ее уже выиграли. У нас Елена, у нас Федор, но... Здравствуйте, мы сидим 30 минут до конца. Не 15, как хотелось бы, 30. Задрая вообще проблема со снабжением, у него постоянно не хватает. И мы раненые. Ухожу туда в саппорт, ухожу в снабжуху. У каждого игрока есть своя задача, конкретно. У чувака, который идет в город, задача взять Иван. С первой попытки, либо через контратаку, взять Иван. Нет задачи вытаскивать тяжелые танки, воевать на Федоре. Здесь нету цели для тяжелых танков сейчас. В случае чего есть мои танки. В итоге у нас Иван не взят. У нас нет преимущества. И не вы пустые, денег нету нихера.
Для того, чтобы их заряжать. Начинаем атаку. Как раз к тому времени, когда упадет город, мы сможем наконец-то пройти вперед. Пошел волшебный Галде, его надо убить. А, прачки не достают. Хорошо. Еще спам. Так, не слежу за ситуацией. Против один на вторых не могу выходить. Прачки сюда, во фланг. Ну чё, где там твои мимы? Въебал, все. Такие вещи делаются в темп. Пока у противника нет серьезного сопротивления. В темп, если ты вызвался на другую зону, ты никогда не сыграешь. Это физически невозможно. Забудь про темп. У нас 10 минут, фаза накопления. Мы потеряли 10 или даже 15 минут на этом дебильном... смещении G-драйва. Ну а пока мы теряем время, у нас заканчивается снабжение, ломаются юниты, надо заправлять патроны, это еще расход на ремонт. Нас еще при этом выбивают город, там тоже нет снабжения нихуя, ни у кого. Фантастика. Енотков лучше совсем вырубить, чтобы они не палились. Они очень круто стоят. Прям очень круто. Можно выбамбливать противника, если он ставит кэше. Можно. Но выбамбливание противника это следующая фаза. Это потом. Сначала темповка. Три человека пришли на Иван, три человека должны себя оправдать. Если мы не выходим из кварталов, если мы не подставляем, вернее, если мы подставляем под удар семнашки с транспортом, с пехотой, сокола уже никогда не пригодятся в дальнейшей игре. Просто, блядь, никогда. А семнашки груженные драгоценной пехотой, которая и будет воевать в кварталах. Если мы все это делаем, то мы в говне. Или не делаем. Сбился с мысли опять. Да, тяжко. На атакамсе какой-то надмозг стоит. Теперь у оппонента со старта не было топовых абрамсов. И это было наше преимущество. Его топовые абрамсы настолько сильнее, чем мои вихры, что я не могу с ними драться лоб в лоб. Это колоссальный разрыв по возможностям боевым. Мы дождались, когда они приедут. Теперь мы их не победим никогда. Мы потеряли возможность зайти на Харитон. У нас еще, кстати говоря, ПВО нету. Где там эти прачки сраные-то? Я их уже не вижу. Вот они. Три топа Абрамса. Лично.
Давай, G-Drive, хули, где твои мемоды? Где твои великолепные танки? Отличный ураган. Вот это шикарно. Забираю. Сколько смогу. Хуя не смог. У них слишком толстая броня. Слишком толстая, блядь. Все, игра вошла в позиционную фазу. Молодец, G-Drive. Обосрался. Обосрался сам и обосрал игру. Охуенно. Ой. Я не знаю. Атака провалилась заранее. Я никогда не пробью эти три Абрамса топовые. Просто никогда. Что я могу сделать вместо этого? По сути, покупать мимы. Выставлять наверх птуры. Раз птур, два птур. Наверху разведки нету. 142-й играл на зоне G-Drive. Вместо того, чтобы ставить разведку, контролировать бровь. Мы потеряли еще и левый фланг. Теперь нужно занять вот этот участок. Тут у нас уже есть небольшая армия. Теперь вот сюда. Понятное дело, любой дурак знает, где стоит КШМ-ка. КШМ-ки у нас не будет. Спасибо опять же 142-му, что привез запасную. Сюда никто не догадается стрелять. Не иронично. И мне еще надо пододжить от Атакамса. Давно не двигал юниты. Не знаю, что делать с механизованной пехотой. Тут балластом, мертвым грузом сидеть. Так и будет до конца игры. Но мне нужен миномет. И еще пламен. Без пламена в бою делать просто нечего. 142-й пошел чистить. Я ему сейчас буду в этом помогать. И только он ко мне приедет. Приедут птуры и группировка фланговая. Еще нужно купить две прачки на фланг. Ну и что в итоге-то у нас выходит? В итоге, первая фаза, пока у нас есть преимущество в инициативе, преимущество в позиции, преимущество в темпе и в распределении юнитов у нас больше тупо на одном участке. Этот этап мы не использовали. Мы сейчас стоим и ждем, когда у нас наконец-то соберется ебаная армия. Причем, что у одного нету тяжелых танков, что у другого нету тяжелых танков. Поинты уходят в город. Опять же, здесь ДПСа нету простреливать наверх. Вниз, то есть. И ну чё, ну мы в говне. В очередной раз. Разве прачка, а не працка? Возможно, кто же их знает, чехов? Кто же их знает? Так, туры на фланг. Теперь следующей фазой будет очень классно сделать 72-х мимов. Тут я не хочу связываться с этим наступлением. Вообще не хочу с ним связываться. Там уже комплект Абрамсов, комплект Куимару Шики. Враг копится. Враг тоже копится. Они подняли два Абрамса вверх. И теперь у нас еще и отвалится бровь. Минус прачки. Молодец, блять, молодец. Не держишь контроль карты, не мешаешь вражеской разведке, не контролируешь вражескую разведку. Они видят мои прачки. Мне его тоже пора двигать. В общем, всрато все, что вообще можно было в принципе всрать. Зато у нас есть панцирь-якори, которых никто нахуй поддерживать не будет. Потому что они в пизду никому не барабанили. Против трех комплектов тяжей выводить свои два волшебных вихра. Точно мне это надо? Так, блок вернуть.
Это сюда вернуть, это сюда вернуть. Миномета нету. Миномет до сих пор не купил. Где Невы? Я уже мог их потерять. Надо подвигать снова. Отлично. Оппонент уехал. Не стал здесь продолжать битву. Он мог даже под артиллерией сражаться. Вихры не терять. И копить примерно 400 очков. Тут уже полностью 142 играет. Здесь вообще G-драйва нету. Понятное дело, что вся эта группа сдохла. Два танка на всю команду. Я не могу атаковать, в принципе, танками. Если погибнут мои вихры, погибнут все тяжелые танки трех человек. Город падает благополучно. Серьезно? Блять, как я рискую. Мне надо получить первую тычку. Не так уж и плохо. Не, вы ближе. Я перестал маленько пиздеть, потому что концентрируюсь на тяжах. Задача не въебать тяжи. Это тяжело. Невы. Лангбой, то есть. Хорошо, хотя бы есть ПВОшка. Минус АНка. Она была мне нужна. Так, что там у нас есть? Есть. Стак пошел. Это поднять сюда. Протащить. Ну и постепенно выдавливают. Я каждый раз, когда буду подъезжать наверх, вернее вперед, когда буду подъезжать, меня будут встречать расположенные по дуге три комплекта тяжей. Три комплекта тяжей меня убьют. Особенно расположенные по дуге. Начинаю работать с танером. Вижу три тварди сверху. У нас сейчас отвалится город, и три тварди погибнут в борт. Я, понятное дело, даже пытаться не буду защищать город. У нас есть специальный игрок, ответственный за город. Там еще одна браха включается в бой. Ну давай, блядь, твардями, побеждай. Топовые абрамсы. Вперед, блядь. Ты можешь, я в тебя верю. Нет, блядь, как-то это не так работает, да? Как-то по-другому. Тут сняли нас. Ну и мы чё, ждем завершения времени. Все. Количество поинтов накоплено большое. Можно не рыпаться. Можно сидеть в дефе и тупо тупить.
Ужасная, блядь, игра, просто ужасная. Такую возможность не реализовать. Хоть справа по картонке постреляй. Я не могу стрелять справа по картонке, я пиздю. Чел. Я типа не хочу терять свои юниты. Чисто из вредности. Прачки, невы, танки, все убираю в тыл. Пускай чуваки работают. Пускай G-Drive вытаскивает ситуацию, если он на миду такой молодец. Снабжения у него хватает. Моего. Город ему прикрывает союзник. Чё еще желать? Тут Куимару подходит, убивает по одному чуваку и отходит дальше. Куимару вообще все устраивает. Возможно? Для финальной битвы нам понадобится много танков. Синие не понимают ситуации, очевидно. Они не врубаются, что от них требуется ровно одна команда. У. Клик. Так, выделить всю армию. Нажать Q, отправить в ту сторону. Допустим, вот на Борис щелкнуть. И они выиграют с таким преимуществом. Они это не понимают. И это единственное, что спасает нас. Я не вижу смысла от пламенов, у нас нет активных действий. Мы настолько жалкие и немощны, что не можем сопротивляться вообще ни в каком виде. Ни в один бой лоб в лоб не можем вступить. С вихрами, тварди и Т-90-ми. А если мы не можем вступить в бой, наша арта не будет, ну моя арта конкретно, не будет эффективна. У кого-то может есть ураган, он будет работать, а пламен нет. Пламен нужен для битвы. Кажется, там Атакамс прилетел куда-то мне. Сейчас посмотрю, что убило. Ну, такое. 15-поинтер. Постепенно теретники заканчиваются. Пора перезагружать их. Продолжаю работать по CV-шке. Минус КШМ. Спасибо, G-Drive. Минус один теперь у нас. Ай, не доконтролил. Это ужасная, просто, блядь, ужасная игра. Команда не хочет побеждать. Команда не хочет играть. При таком сетапе... Красный дракон, Палтфронт и Антанта, мы не можем сражаться в лоб. Наша основная идея ударить не в лоб. Не в лоб, он вот здесь конкретно. Поэтому мы втроем и пришли сюда, поэтому мы здесь и воевали. Теперь мои вихры против их Абрамс. 24-е бронепробитие. Задумался, засмотрелся, отпустил микроконтроль за 72-ми. 72-й, как ни странно, это лучшее, что мы можем противопоставить из-за дистанции. Но это не обнадеживает, это расстраивает.
из-за вопиющей слабости танка. Врачки тут тоже сильно не вынешь. Опа! Они забрали лес. Там спокойно размещаются средние машины. И да, мы в говне. Мы в говне. И не могло быть иначе. Там танки сильнее, тупо. У них фракции сильнее. Врачки ехали за лонгбоем, попали под Куемару. Замечательно. Я иду на ремонт. Я уже въебал еще один вихор. И самое-то главное, что я не имею шансов убивать вражеские машины из-за разницы в силе. Так. Раз. Два. Два. Что еще можно придумать? Можно придумать вертушки. Ну, типа, такое. Оппоненты не летают. А это значит, что невы тоже не тратятся. Давай, G-Drive, хули у тебя, тварди, выбивай. Ты справишься, я в тебя нихуя не верю, но ты, блядь, справишься. Ты к этому стремился с самого начала игры. Показать свой скилл. Три Куемару. Сейчас есть шанс. Нет, правда, разведки, чтобы этот шанс реализовать. Говна кусок. Минус один Куемару. Бесплатно. Но это ни о чем. Просто тупо ни о чем. Я не успеваю доконтроливать 3 стека танков. Это тяжеловато для меня. 72-ками можно было еще порубить. Успеть. Ну, типа того что-то, да. Разведки нету, разведки надо больше, разведки надо много. Модерны. Видит ли их враг? Не знаю, но я подвигаюсь. Что-то летит с Йота. Летит, скорее всего, в КШМ. Да, летит в КШМ. Тогда все в порядке. Он видит модерны. Сейчас будем подбирать хцшки. Только тихо, никому ни слова. Поехали. Два атакамса, поехали! Дурацкие модерны. Да, я долго простоял, не вовремя подвигался, это очевидно. Хцшки мы забирать, естественно, не будем. Я отвлекся. План был, чтобы смотреть на йод. Но не судьба. Хули там смотреть. Типа, ну давай вот так сделаем, чё. Не мы еще живы. Чуваки спокойно их блокируют дымами. Молодец, блядь, G-Drive. Молодец. Наконец-то самолет купил. Лангбой. Я не успеваю законтролировать за прачками. По-моему, я все потерял.
слишком много важных целей. Я знаю, что много поинтов, мне их некуда вложить и уже не надо вкладывать. Оппоненты не наступают, но и мы не можем здесь проиграть, к сожалению. А должны были бы. Считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тяжелых машин, из которых... раз, два, три, четыре. Мы не, с четырьмя мы ничего не можем сделать. С пятью. Вот такие вот дела. И при этом оппонент проигрывает. Стыдно? Стыдно, синие? Зачем он говорит над сыновалом русский какие-то князь окно и говорит так, политические анекдоты плохо, осуждаем политические анекдоты. О, анекдоты про того, кто кого там обосывает, отлично, это мы одобряем. Там вроде ничего важного не пропустил в чатике. Всем привет, привет, Фальконер. Твой приход пропустил благополучно. Но все равно привет, привет, привет тебе. Че в итоге-то? Синие просто, блядь, не играли. И мы поэтому выиграли. Это ужасно. Что джедрай, что 142-й запомнят эту ситуацию и будут ее воспроизводить, вот как сейчас. Изи. Чел просто не понял, что его не атаковали. Синий, не шли вперед. Поэтому мы выиграли. Это не наши достижения, это враги позволили нам. Они лоханулись. Репку, естественно, смотреть я не хочу. Это убожество отвратительное. Три игрока идут на одну зону. Там порядка 60% очков всей команды. При этом 60% очков команды не реализовывают свое преимущество. Они начинают перетекать на мид. А для того, чтобы получить преимущество на миду... Блять, какое нахер преимущество? Для того, чтобы накопить группу на миду, нам надо... 15 минут. G-Drive вообще не смотрит на карту. Вообще не понимает, что происходит. Ну, зрителям понравилось, надеюсь, да. Все любят, как бустард горит. Мог бы вообще не покупать юнитов. Тоже бы понравилось зрителям. И при всем при этом 142-й, которому некуда сунуться. На городе ему делать нечего. На миду ему тоже делать нечего. Не ожидал G-Drive от тебя такой подлости. Прям очень плохо. О, да, Куимару-то я один забрал все-таки. Итого. Один Куимару, один Топ Абрамс. Вот и все, что настреляла команда. Я не видел больше ни одного убитого Абрамса или Куимару тяжелого. Два топа. Ладно, давайте заканчивать. Реплей смотреть не хочу. Кроме одного. Он произошел без стрима. И там только один момент интересен. Долго очень рассказывал про то, что нужно вытаскивать вспомогательный. Больше всех набил и очень плохо. Ну, блядь, еще один тень шелся. Долго рассказывал про то, как работает вспомогательный ДПС, про то, зачем его надо вытаскивать. И
Вот сейчас мы это посмотрим. Распомогательный ДПС. Эту катку всрал G-Drive ты, вернее всрал бы, если бы синие решили это реализовать. Чуваки сажают бурдеску в кварталы. Для того, чтобы вскрыть бурдеску, нужно много стволов. У них очень много хп, кварталы не держат хорошо. Однако вокруг бурдески необходимо обеспечивать ДПС. У них только с одной стороны урон, с других нету. Но это потом, это другой эпизод будет. Вот сейчас посмотрим, насколько Абрамсы сильнее вихров. До важного момента еще есть некоторое время. Вот они вихры, вот они Абрамсы. Вот это разница между Абрамсами и вихрами. Лобовое противостояние вообще нельзя. Никогда. Чувак привез еще бордесок в квартал. Их надо выбить. Там еще что-то происходит непринципиально. Блейзер не справляется. Зельды приехали. И вот он, вспомогательный волшебный ДПС, который всегда должен идти вместе с пехотой. Бордески бьют на 1400, онтасы на 1700. Подходим на дальнюю дистанцию, поддерживаем. Плюс дополнительные автоматы. И в итоге три рифлмена, по которым еще и стреляет вихор. Убивают три отряда бордесок. Специально для этой задачи выкупается дополнительный ДПС. А не так, что два танка, как, допустим, было у Скеррила, гоняются за каждым резервистом. Вспомогательный, дешевый, легкий ДПС. Вот оно еще одно столкновение Абрамсов с вихрами. Абрамсы просто едут вперед. Настолько чудовищная разница. Да, Бисмарк заберет потом Чарли. Прикола не понимаю, почему пехота спокойно в квартал заходит. Квартал, тем не менее, мы вернули. Там действительно не хватило ДПСа дешевого. Онтасы расстреляли весь бой за свой боезапас в первой битве и слили, и умерли. А больше онтасов никто не поменял на въезде. Пришлось убивать еще раз. Ну что ж, на этой минорной ноте заканчиваем. Всем спасибо, все свободны, а я пойду есть бутеры. И успокаиваться после очередного подгорания. Пока.